Меня зовут Спуди Дудиду, и мы продолжаем ставить рекорды. И сегодня у нас будет красный шарик, тот, что в левом углу. Поздоровайся. И в правом углу у нас квадрат, босс из последней новой части красного шарика. Into the Cave называется. Подземные ходы, да, это самый последний босс. И мы сегодня будем его мучить. Мучить и еще раз мучить. Так, вставай, вставай, дружище. Сегодня ты будешь подопытным. А почему целый апельсин? Скажи. Скажите мне. Так, шарик. Ты чё делаешь? Ах ты, шарик! Эх, шарик. Так, знаете такую песенку смешную? Ладно, ребята, ладно. Вызываем на помощь кого? Рэдиша. Рэдиш. А Рэдиш у нас рекордсмен по выбиванию птичек. Он будет сегодня пытаться побить новый рекорд всемирно известный птичий полет. Смотрите, он там к голове приложил такой: да я сейчас вас постреляю, птичек, с пистолета. Но для него это слишком легко, поэтому приходится пользоваться непонятными оружиями. Ладно, тут хоть меч попадется. Ну что за какие-то копья непонятные. Он даже кидать их не умеет, смотрите. Ну как, вот меч, да, меч. Вот еще раз меч. Да мечом вообще без проблем. Так. Опа. Опа. Эх. Ай, ладно, не будем кидать. Лети себе, птичка, порхай. Да я же не монетку хотел выбивать. Чё ж поделать. Опа. Ух ты, пакенчик. Не пойму, зачем я кидаю на такое опережение, если они еще, ну, не настолько быстро летают. Ну ведь так. Ведь так же, ребята. Получайте, птички. Ах ты ж, негодяй. Так, где вы там? Да что ж такое в этих орлов-то? Все не попаду. А что, мне время сегодня не дадут, да? Не даете время, да? Ой, птичка, прости. Так. Я уже выть начинаю, дайте мне только времечко. Часики тикают, стрелочки двигаются. Эх. Эх. Опа. Ах. Ребят, прям супер меткость. Супер меткость, только времени нет. Времени нет у нас. Ах, не попали. Чё? Все, сейчас подрываю, получайте, негодяй. Ну, конечно, так я во время... А почему топор не полетел? А вот мало ли, может быть, задел. Ну, малость. Ну, так, хоп, и задел. Так. Вступает у нас толстушка Бетти. Давай, Бетти, покажи, может, ты знаешь толк у нас тут в попаданиях. Ну, ты пузо свисла, ты, хватит тебе есть, а? Лучше займись собой, найди себе какого-то парня, чё ли, а? Жрёт она, наверное, там много. Ух! Эх! Здорово! Так. Да что? Ты что? Эй, что? Что? Чего? Что про... Ты что, сама... Ты сошла с ума, Бетти? Чё происходит сегодня, а? Что с тобой? Что случилось? Рассказывай, рассказывай. Не держи в себе. Ты что, нервничаешь, что ли? Чё за промахи такие? Мы с тобой учили, как кидать. Я тебе... Чё я тебе показывала? Ты все отвлекалась, да-да, там за бутербродами бегала. Эх, ты ж злодейка. Опа.
Даже сюда не попала ты! Мазила ты, не буду тебя больше брать! Ух ты, мазила такая! А монетка попадет. Так, все. Бе-бе-бе, со мной ты больше не играешь. Теперь пойдемте на яблочные бои. А давайте возьмем этого зеленого нашего друга по имени Киберстар. Он у нас такой тут, туруруц, такой музычку крутит. Так. Есть. Есть. Ой, больно, да? Ну, извиняй, извиняй. Все-таки яблоки дело такое. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой, это что произошло такое-то, а? Попадать так не хотел, что ли? Это было блестяще! Ну. Вау. Фух, прям можно выдохнуть. Так, лук. Есть. Есть. И еще раз нету, да? Хей-ау! Что такое? Что случилось, молодой человек? Почему я опять промазал за вас? Да ну вас в баню! Знаете, где баня находится? Идите попарьтесь. Чего вы ко мне пристали? Я из-за вас промазываю постоянно. Чего ты радуешься? Ты попасть ни по кому не можешь, Киберстар. Все, пошел отсюда. А ну-ка, давайте мне нового подмогу. Так, давайте возьмем вот этого вот багетного дружка нашего. Только попробуй только кинуть своими багетами. Ты меня просто раздражает он мне. Вот, всем чем угодно, только не багетами. Вообще, это просто ужас. Ужас! Что это с ним случилось? А если вот так? А если вот так? Конечно, это будет суперское попадание куда-то прям в зубы ему, наверное. Чё, коня нашел, что ли, а? А ну-ка, поднимайся, я знаю, чем ты занимаешься. Фух, чё-то нехорошо, так как. Один промах и все, ребят, тю-тю. Тю-тю. Ну, это нормально. Ну, серьезно. Эх, не повезло нам сегодня. Может, и в следующий раз повезет. Знаете, что я вам скажу? Никогда нельзя останавливаться на незаконченном деле. Если хотите чего-то, добейтесь этого, ребятки. Вот такой вот вам девиз по жизни. Ну что ж, с вами был Спуди Дриду. Вот ты там за экранчиком сидишь, да? Дай пять, дружище, прислони к монитору. Моя рука находится сейчас тут. Вот, я даже потрогал его. Хотя бы так пообщаемся. Ну что ж, пока.